Авирам из Нарии спрашивает, когда бывает ощущение, что я вас слышу, понимаю, правильно действую по совету Рава. Если я принимаю, товарищи, высшие знания, несмотря на то, что у меня есть разные сомнения и отторжения, и проблемы, отсутствие интереса, если я работаю выше всех этих помех над объединением с ними, когда я хочу погрузиться в них, включиться в них, почувствовать их как свою матку, когда я нахожусь внутри. Не то, что в матке я нахожусь без всякого действия, нет. А все мои действия идут согласно их мнению, их желанию, их целям. Тогда я, называется, что я отменяю себя перед группой. И моя отмена включает также и важность цели, которую я распространяю среди них, как самое великое, я тогда как важный. То есть это включает в себя две вещи, как всегда, две противоположные вещи. Я отменяю свое мнение и возвеличиваю мнение Рава, уже высшую ступень относительно них, о важности цели. И когда я отменяю себя по отношению к ним, в точке отмены, в точке нашего объединения, мы должны прийти тогда к объединению с Равом. И когда мы приходим к этому, мы можем схватить тогда эту тонкую нить, которую нам показывают в духовном процессе. Так мы приходим к слиянию, да.